приближается Новый год. Как вы знаете, на Новый год случаются самые невероятные истории, одну из которых вы сейчас и увидите. Давай отправим кому-нибудь новогоднее поздравление. Давай. А кому? Давай Елене Олеговне отправим. Давай. Сейчас. Дорогая Елена Олеговна, поздравляю с Новым годом. Отправлено. Кому же еще можно отправить? Давай отправим Ольге Владимировне, вот будет классно! Давай! Дорогая Ольга Владимировна, поздравляем с Новым годом! Отправлено! Кому же еще можно отправить? Сейчас подумаем! А давай Марийке отправим! Мы ж про Бабу Ягу забыли! А какому это имейлу? Сейчас вспомню! Баба Яга, собачка, Яндекс.бай. .бай. Что же ей написать? Точно. Дорогая Баба Яга, желаю тебе Нового года, хорошего, реактивную ступу и много всего наилучшего. Ребята, давайте скорее к столу. Подожди, тут Баба Яга ответ прислала. Спасибо за поздравления. До новых встреч. Ваша кто-кто? Бэйби Яга? А кто это еще такая? Я не знаю. Давай спросим. Мы же Бабе Яге сообщение отправляли. Ой, компьютер сломался. Ой, компьютер сломался. Девочки, вот ты сиделись, компьютер уже не работает. Что же не работает? Это не компьютер сломался, это я у вас завелся. Кто это говорит? С вами, говорит, новый вирус. Никакого вируса быть не может. Мы недавно установили новую антивирусную программу. А для меня антивирусы не придумали еще. Девочки, давайте к столу, это кто-то нас разыгрывает. Ха, разыгрывает? Что случилось? Случилось то, что я намерен испортить вам праздник. Ведь вы не можете обойтись без компьютера и электричества. Почти не читаете книги, слушаете искаженную музыку. Я лишаю вас всего этого, чтобы посмотреть, как вы справляетесь с этой проблемой. Ха-ха-ха-ха-ха. Я покидаю вас ненадолго. Это шутка? Это розыгрыш! Да какие шутки, если компьютер выключился и свет не работает, и мобильник отключился. Вот это шутки! Как же мы будем теперь праздновать Новый год? Кто это пришел? Девочки, давайте я открою! Всем привет! Кто ты? Я Бэйби Яга, внучка той самой Бабы Яги. Это вы мне сообщение прислали? Мы. Ну вот я и явилась, не запылилась. А мы про таких даже не знаем. Ты же еще девочка. Но ведь Баба Яга тоже не сразу бабушкой стала. Вот вы мне сообщение прислали, а вместе с ним какой-то вирус, который натворил столько разных дел в нашем лесу. А мы думали, что только твоя бабушка плохие дела творит. Мы с бабушкой уже давным-давно ничего плохого не делаем. Сидим ВКонтакте, переписываемся с лесными жителями. А этот вирус все испортил. Но Новый год мы ему испортить не позволим. Ребята, давайте лучше танцевать. Как же танцевать? У нас же музыки нету. Ой, ну я же сказочный персонаж. Попробуйте угадать, что у меня есть. Новый айфон? Нет. Айпод? Да нет. Ребята, а попробуйте вы угадать. Да нет, это у меня все есть. Сейчас я вам покажу. Это волшебная шкатулочка. И в нее скачан весь современный музон. Вот классно! Смотрите, как она работает. My color, I'll be your wife. My name is PS Ball. I'm a model
почему у вас так темно? Елочка не горит. Ведь скоро же Новый год. Вы представляете, в лесу интернет отключили. Даже елочка не горит. Ребята, давайте попробуем это исправить. Давайте все-таки зажжем нашу новогоднюю елочку. Давайте. Раз, два, три, елочка горит. Не зажигается. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, елочка горит. Да в чем же дело? А вам не дело. И снова здравствуйте. Кто ты? Ну, я тебе сейчас. Подожди, мы же его даже не видим. Ай, ребята, не обращайте внимания. Давайте лучше Новый год праздновать. Давайте. Давайте. Мне, кстати, Дедушка Мороз просил вам подарки передать. Вот я и не забыла про них. Вот тебе, Ксюша. Вот тебе, Кристина. Спасибо. Вот тебе, Аня. Спасибо. Ну, а вот и тебе. Ну, вроде бы все. Как все? А мне? А ты кто такой? Тебя в моем списке нету. А еще я слышала, ты себя плохо вел. И... я не даю подарки плохим и виртуальным. Я бы мог стать хорошим, но вот реальным. Я могу подарить тебе самый лучший подарок, но только если ты пообещаешь исправиться. Обещаю, обещаю. Сейчас мы это проверим. Ребята, раз он начал исправляться, то елочка должна зажечься. Раз, два, три, елочка горит. Ура, зажглась. Я вижу, ты начал исправляться. Но чтобы окончательно искупить свою вину, я назначаю тебя моим помощником. Будешь повсюду со мной ходить и добрые дела выполнять. Я согласен! Вот он я. Как у тебя это получилось?